Этим вечером все пространство клуба пропитается звуками музыкального ливня, зараженного группой Infected Rain. Кстати, у ребят это первый сольный концерт. А как проходила у ребят подготовка к первому сольнику? Долго и упорно. Я готовил эту фразу просто. Так же долго. Да, мы долго к этому шли на самом деле, просто мы хотели в один момент показать все, что мы сделали, все песенки наши, и хотели в одном концерте уместить вот то, что мы творили до сих пор с 2008-го. Для тебя, я знаю, что это вообще первый сольный концерт, рассказывай. Для меня вообще сегодня только всего лишь четвертый концерт с Infected Rain. Для меня это вообще ответственное дело. В первую очередь я хотел бы сказать спасибо ребятам, что вообще... что я сегодня стою здесь. Что войдет в сегодняшнюю программу? В сегодняшнюю программу войдут все наши песни, до сих пор, которые мы писали. Также войдут два кавера. Помимо этого у нас будет интро-песня, у нас электронные куски песен новые. То есть, в принципе, есть песенки, которые мы еще ни разу не играли на сцене. Как вы думаете, какая будет реакция у нашей публики? В любом случае будет отличная реакция, я думаю, потому что сейчас играем только мы. И не будет таких: я пришел на эту группу, заодно послушал их, они мне не понравились. Сейчас пришли те, кому интересны. Мне очень интересно даже, сколько придут людей и как это будет. Но несмотря ни на что, сколько бы ни пришли, то мы все равно готовы выложиться на 100%. Больше нравится выступать в клубах, в закрытых местах или на каких-то масштабных фестивалях? Очень сложно сказать, потому что после каждого концерта есть такие незабываемые эмоции, что ты думаешь, какая разница, где ты выступал, главное, что это был хороший звук, и у тебя и были люди, которые пришли, послушали, оценили. Мне кажется, что все-таки на стадионе, не клубные концерты, намного больше энергетика и атмосфера настолько мощная, что меня аж прозревает, стоя на сцене. Года существуете. Вот что требуется метальной группе для того, чтобы продержаться на молдавской сцене? Серьезности. Серьезности не в плане того, что ходить все такие серьезные, там, супер пунктуальные, а в плане, если тебе это нравится, если ты это делаешь, то значит, преподнеси людям именно то, что они ждут от тебя. А это требует серьезности. Мне кажется, что нужно собрать правильный коллектив, чтобы прежде всего были правильные люди, которые будут играть не только ради там денег, музыки, славы, а которым это будет нравиться, и которым будет нравиться общаться внутри группы, и тогда группа выживет, если у них общая цель. Для тех, кто не знает, что символизирует ваш логотип? Это вроде как перевернутая пентаграмма, а вы разве антисатанисты? Мы просто, это просто звезда, она не перевернутая пентаграмма, она же не заключенная в круг. Обычная звезда с прикольным таким вот злобным черепком. Yeah.